Поклонники Леди Гаги не на шутку заволновались о переменах в ее личной жизни, когда не увидели на ее пальце обручального кольца на церемонии Грэмми. Слухи о расставании певицы с ее женихом, 50-летним агентом Кристианом Карина, подтвердили источники, близкие к окружению поп-звезды. По словам инсайдеров, Гага ушла от своего жениха в начале февраля этого года. При этом Кристиан все еще продолжает любить свою невесту и всеми способами пытается ее вернуть, утверждает источник в интервью порталу E! News. Первые слухи о разладе в отношениях пары появились после церемонии Грэмми, где Гага появилась без обручального кольца, а также не упомянула своего жениха в благодарственной речи после получения награды. Затем пользователи Twitter заподозрили Леди Гагу и Брэдли Купера в тайной влюбленности после фильма «Звезда родилась». Отметим, что ни сама певица, ни ее жених Кристиан не комментируют появившиеся слухи о расставании.